Дети дождались своего часа. Еще немного времени, и вы дождетесь, и мы дождемся тоже своего, когда служение завершится, и нам нужно будет выйти из этих стен и что-то делать с тем, что мы здесь слышали. Я не знаю, какая у вас практика, как обычно вы распоряжаетесь той информацией, которую воспринимаем мы здесь на служении, но с ней надо будет что-то делать. Знаете, когда я ехал сюда на служение, я еще раз для себя обратил внимание на множество рекламных объявлений и предложений, которые стоят вдоль дорог. И подумал вот о чем. Нас окружает постоянно, ну, море информации, мы это знаем, мы об этом слышим, мы с этим смирились. И так получается, что есть то, что нас в принципе не интересует. Правда ли, друзья? Вот какие бы заманчивые ни были предложения, какие бы интересные рекламные ролики ни крутили перед нами, там плакаты, какие бы сюжеты ни разыгрывали. Если нам не интересен предмет, это все, как правило, быстро теряет, ну, наше внимание. Мы исключаем это из своего внимания. Есть так в жизни во всем. Есть информация, которая нам не интересна. Бывают события, которые нас не затрагивают. Есть люди, которые для нас не интересны. Но бывает же и наоборот. Есть то, что действительно входит в зону наших интересов, в круг наших интересов. Есть то, что действительно нас затрагивает. Есть то, что действительно не оставляет нас равнодушными. Есть то, что, может быть, даже лишает нас покоя. И у каждого здесь как-то вот мы сейчас можем подумать о том, что это. Я вот что еще хотел бы сказать, говоря о том, что нас интересует. Замечали ли вы за собой такую особенность? Когда ты хочешь что-то приобрести, ну, давайте представьте себе любую вещь, я не знаю, и вы идете в магазин выбирать. Приходя в магазин, вы видите огромное разнообразие того, что вас интересует, по разным ценам. Есть цены, которые для вас, прямо скажем, недосягаемы или неразумны по вашей логике и представлениям. Есть то, что вы можете приобрести легко, но почему-то не хотите это приобретать. И что мы выбираем в этом случае? Мы ищем то, чтобы соответствовало и цене, и нашим запросам. Мы не против владеть совершенными вещами, лучшими вещами, но не всегда можем их себе позволить. И получается так, что как-то незаметно в наш обиход, в нашу систему ценностей вошел некий компромисс. Компромисс, который, если говорить о торговле, звучит так. Соотношение цены и качества. Слышали наверняка, да, друзья, такое вот? Я так выбираю многие вещи, думаю, и вы так же. Некоторые рекламные слоганы говорят, зачем платить больше, если за меньшие деньги ты можешь приобрести практически то же самое. И вот этот вот подход выбрать компромиссное решение, для нас это сегодня нормальное состояние. Это мудрость своего рода даже, как мудрость преподносится. А теперь давайте переключимся на совершенство, как характеристику, которая должна быть присуща христианам. Я думаю, мы все хорошо понимаем и помним, какие планки, какая планка, насколько высоко поднята та планка, ну, на которую мы должны равняться и ориентироваться, если говорить о совершенстве. Помните, вот как звучит эта планка, то есть каким должно быть наше совершенство? Кто помнит? Мы должны быть совершенны, как кто? Христос сказал, совершенно верно, Христос сказал в Нагорной проповеди, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. И теперь у меня такой вот вопрос. У кого получилось? Знаете, я когда честно рассуждаю об этом для себя, ну вот без всяких там вот попыток оправдать себя, я понимаю, что не то чтобы не приблизился, но вообще даже и, наверное, и не иду по этому пути. Ну вот кто из вас реально сегодня имеет перед собой такую цель, такой вот ориентир, вот то, что сказал Христос, быть таким, как твой Небесный Отец? Я удивлюсь, если кто-то хоть поднимет руку и реально скажет, что я в этом направлении работаю. Хотя дай Бог, чтобы таких было много людей. И знаете, я когда в этом себе признался, я задал себе вопрос. А есть ли вообще возможность говорить о неком компромиссном решении,
в том, что касается нашего совершенства как христиан. Как думаете? Есть ли что-то, что реально я мог бы сделать, и то, что удовлетворило бы Бога? Вот об этом я сегодня хотел бы, чтобы мы порассуждали. А для того, чтобы наши рассуждения имели основание, давайте откроем послание к евреям. Я буду читать с 5 главы, начну с конца главы, с 12 стиха. Потом в 6 главе прочту 1 и 2, и 11 и 12. Апостол Павел в послании к евреям, ну, многие приписывают авторство послания к евреям апостолу Павлу, хотя есть разные версии. Я для себя так определил, так проще мне. Вот апостол Павел. Апостол Павел в послании к евреям много говорит о сложных вещах, о субботе, о первосвященнике, о вере, о прощении, о покаянии, о многих таких вещах, говорит, сложных. И вот где-то на середине своего послания он делает такую вот оговорку к тем, с кем он общается в этом послании. 5 глава, 12 стих. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». И с 11 стиха теперь. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Вот такой вот непростой текст, друзья. Но, в принципе, я думаю, он всем нам знаком, не правда ли? Мы часто слышим эти тексты, эти слова, что вы младенцы, надо было бы быть уже учителями, вам нужно молоко, вам недоступна еще твердая пища. Вы знаете, я когда эти слова слышу, мне легче становится. Потому что они как бы оправдывают то, почему я несовершенен до сих пор. Почему я еще ничего не изменилось в моей жизни так, как могло бы измениться. Однако же, читая дальше, ну я выборочно читал, но читая дальше, мы видим, что апостол Павел вот приводит эти слова, где он объясняет, почему люди не способны воспринимать что-то более важное и серьезное и жить более правильно. Он объясняет и говорит, что нужно идти к переменам. Не стоит вот в этом состоянии, хоть оно понятно, оно описано, его можно объяснить, не стоит в этом состоянии надолго задерживаться. Нужно делать какие-то осмысленные шаги вперед. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, друзья, это то, что, судя по этому тексту, и не только по этому, совершенство не берется ниоткуда. Никто из нас никогда в своей жизни не ляжет спать несовершенным. И не будет такого, чтобы ты проснулся совершенным, раз, и все легко дается, все просто, тот, кто тебя раздражал, уже вызывает только у тебя умиление и радость. То, что ты не мог, вдруг у тебя получается, то, что тебя отягощало и порабощало, вдруг не имеет над тобой власти. Не будет такого. Священное Писание и даже вообще просто здравый смысл и наше человеческое вот устройство жизни подсказывает, что никогда не происходит ничего само по себе. И я сейчас не имею в виду совершенство, как ну, вмененное нам вот во Христе, вот то, что мы имеем во Христе. Это некое юридическое такое определение, Богом данное нам, это Его милость к нам. По факту же мы чаще всего называемся, мы согласны называться так, как видит нас Бог. Святые, да, Господи, мы согласны быть святыми. Царственное священство, аминь, это же хорошо, что мы царственное священство. Но мы не являемся таковыми. И не потому, чтобы совсем этого не хотели. Причины того, почему мы не являемся, есть, и об этом мы сегодня будем говорить. И причина не в том, что я не могу. Любой
Любые улучшения в нашей жизни, как правило, являются результатом труда, порой долгосрочного, кропотливого труда. И прочитанный нами текст, вот 6 глава, 1 стихи, очень четко и очень ясно говорит о том, что если ты хочешь быть совершенным, ты можешь им быть. При одном условии, если ты поспешишь, вот смотрите, поспешим, оставив что-то, поспешим к совершенству. Вы когда-нибудь спешили на поезд? Думаю, спешили. Кто-то, может, даже на самолет знает, что такое опаздывать. Знаем, когда опаздывать, что такое опаздывать на собеседование. Когда ты уже ни о чем не думаешь, тебя интересует только время, которое у тебя осталось, и ты понимаешь, что ты не успеваешь. И ты себе рисуешь картинку, с чем связано твое опоздание, что ты теряешь, какие будут последствия. Мы знаем, что такое спешить, но спешим мы только в том случае, когда действительно то, что нас ожидает, и то, что мы можем упустить, нам важно. Мы боимся это потерять. И вот если я боюсь потерять, я буду спешить. Я не хочу упустить, я не хочу опоздать. Апостол говорит: к совершенству поспешите. То есть совершенство должно стать нашим осмысленным ориентиром, целью, к которой мы движемся. Я думаю, что если мы с вами и остаемся по сей день несовершенными, то чаще всего только потому, что мы перед собой не ставим подобной цели. Цели поспешить туда, к чему призывает нас Господь. Это не является зачастую осмысленным выбором нашим, ориентиром, то, к чему мы хотим действительно приблизиться. Мы не против быть таковыми. Но если вдруг это само собой придет в мою жизнь легко, ну, легче, чем то, о чем я читаю, допустим, в Писании, я не против. Иногда бывает так, я так думал об этом, о себе говорю, иногда бывает, что проще оставаться несовершенным. Так простительней. Так себя простить легче. Как же видел этот процесс, процесс приближения к совершенству, автор послания к евреям? И вот как ни странно это не прозвучит, но первое, на что я хотел бы обратить внимание, то есть, может быть, это просто даже прозвучит, но наше развитие, наши какие-то успехи в этом направлении напрямую связаны с тем, что мы едим. Я не спрашиваю вас, чем вы завтракали и завтракали ли вообще, не об этой еде идет речь. У нас у каждого будут разные представления, что такое вкусное, что такое здоровое, что такое хорошее, что правильная и неправильная пища. Это второй вопрос. Но автор говорит о том, что то, что ты употребляешь в пищу, то, что составляет твой рацион, не только духовный, но и интеллектуальный, то ты и будешь из себя представлять. Согласитесь, если большую часть своего так называемого свободного времени... Я сейчас говорю о молодых людях. Мне кажется, что то, что сейчас скажу, оно имеет, ну, большее отношение к молодежи. Хотя каждый может сейчас, независимо от возраста, от своего понимания и состояния, подставить вот сюда вот то, чем занято твое свободное время. То, чем ты убиваешь свободное время своей жизни. Вот вспомни это и подумай об этом сейчас. Если большую часть своего свободного времени ты свайпаешь странички на планшете, в смартфоне, ты собираешь сплетни с форумов. Не, это информация, это нужная свежая информация, извините. Ты активный участник всех всевозможных онлайн-групп. Ни одно сообщение без твоего лайка, дизлайка, оценки и ответа, может быть, не проходит. Ты активный участник этого всего. Более того, сообщения из твоего мессенджера являются последним, о чем ты думаешь, ложась спать и закрывая глаза. И первое, что приходит тебе на разум, на память, когда ты открываешь глаза, проснувшись, то о каком совершенстве вообще может идти речь? Ну, может быть, мы есть люди свободные от всего, что сейчас я сказал. Говорю, подставьте что-то свое. Есть то, что забирает ваше время, ваше внимание, вашу жизнь. Обязательно есть у каждого это свой крючочек, на который мы клюем постоянно. Это наживка, которая нас манит. То о каком совершенстве может идти речь? По версии, которую мы читаем в послании к евреям, в какой-то момент нас должно перестать интересовать не, даже не что-то пустое, просто убивающее наше время, а даже начатки учения, вот как сказал здесь апостол.
Он говорит, оставьте, это начало, это фундамент, это то, что у вас уже есть, это то, в чем вы утвердились. Об этом не надо забывать, но не нужно только на это ориентироваться. И он такие вещи здесь перечисляет, я ему вообще не понимал изначально, когда раньше читал этот текст. Ну как же, не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. Такое ощущение, что Павел как бы предлагает думать, ну мы, согласитесь, мы чаще всего эти вещи и ставим в основание. Мы как-то на это ориентируясь, я знаю, что такое обращение от мертвых дел и вера в Бога, я знаю что-то о суде вечном, я о крещении что-то знаю, о возложении рук что-то знаю. И вот на это ориентируясь, мы как бы видим себя ну, подкованными, способными, знающими такими христианами. Вот такими были эти люди, к которым писал апостол Павел в послании. Но он говорит, ну вы младенцы. Но вы еще младенцы, вы не можете думать о важном, о том, что действительно способно изменить вас и приблизить к Богу. Ваши мысли так не настроены. А причина в чем? А причина в том, что вы питаетесь молочком. И вот он говорит, что нужно в какой-то момент перестать питаться диетической пищей, а идти к большему. И большее предлагает само Священное Писание. Но готовы ли мы напрячься? Готовы ли мы помолиться? Готовы ли мы уделить время, чтобы это большее проникло в нас и стало воздействовать и влиять на нас? Знаете, размышляя об этом вопросе, я спросил себя, а есть ли какой-то такой, скажем, практический, может быть, достижимый для меня, доступный для меня мой личный вариант совершенства? Ну, я прямо говорю, у меня не получается быть таким, как мой Отец Небесный. И не знаю, как у вас в вашем случае, сами для себя ответьте. И что теперь? Все? Ничего в этом направлении не предпринимать, потому что планка как бы, ну она же недостижима. Ну, вот я буду как другие. Среди несовершенных буду чуть-чуть лучше. Я для себя, задав этот вопрос, нашел некоторые ответы. Их не один, не только то, что я сейчас скажу, но я хочу вот именно этот акцент сегодня поднять, во внимание нам всем предложить для размышления. Это отчасти ответ на этот вопрос. Ну вот эту часть я хотел бы, чтобы мы сегодня прочитали. Послание к евреям, 6 глава, мы читали 11 и 12 стихи. Еще раз я хотел бы их, чтобы мы вспомнили. Павел говорит, «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Я сейчас специально не перечисляю предыдущее, чтобы не отвлекались. 12 стих. «Чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Первое, на что хочу обратить внимание, здесь речь идет о лени. Не-не, мы не лентяи. Это же не о нас. Что касается духовной жизни, мы точно не лентяи. Правда же, да, друзья? Но мы же не хотим себя видеть лентяями. Нам даже страшно и неприятно подумать, если Бог скажет «лукавый и ленивый раб, глядя мне в глаза». Я надеюсь, что меня эта участь минует. Пусть кто-то другой, но не я. А Павел говорит, что именно лень – главная причина, почему сегодня мы ничего не предпринимаем, чтобы продвинуться на пути к совершенству, о котором говорит апостол Павел. И ориентир, который еще один здесь звучит, мне кажется, он очень важный. Это основа, ну, то, что меня коснулось. Речь идет здесь в 12 стихе об обетованиях. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Братья и сестры, как у вас обстоят дела с обетованиями Божьими? Вот такой вопрос. Как у вас обстоят дела с обетованиями? Вот сейчас, прямо сейчас, вот вспомните для себя, какие обетования Божьи вы знаете? Не говорите вслух, вот просто подумайте, вот что вот сейчас, вот навскидку, знаете, вот у меня, когда я был маленький, ну, школьником еще, учили таблицы умножения, и мама мне говорила, тебя должны разбудить среди ночи, задать там вопрос, и ты должен ответить, вот тогда ты знаешь. Тогда ты знаешь, а в противном случае, если ты задумался или что, ты еще не полностью овладел этой информацией. Я себе задал этот же вопрос, какие обетования Божьи я знаю? Какие вы их знаете? Друзья, более того, я пойду немножко дальше и спрошу вас, а получали ли вы в своей жизни за весь
путь ваш христианский, какой бы он ни был, у кого-то меньше, у кого-то больше, личные какие-то обетования от Бога. Вспоминайте, вспоминайте. Потому что если получали, если у вас был момент, когда вы поняли, что Бог проговорил к вам, может быть, сейчас самое время и уместное время, чтобы опять вспомнить о том, что же говорил к вам Бог, и подумать вот о чем. Что мы делаем в своей повседневной жизни вообще с этими всеми обетованиями? Касающиеся ли не общие такие, как «не оставлю», «не покину вас» и так далее. То есть это общие для всех доступные обетования Божьи. Как я соотношу свою повседневную жизнь с этими обетованиями? Я вообще держу их в своей памяти. Они как-то являются для меня каким-то ориентиром и руководством. Влияют ли они на мой выбор сегодня? Влияют ли они на мое решение? Как-то они, ну, способны изменить мою реакцию на обстоятельства и на происходящее со мной? Или вообще это что-то отреченное, отдаленная информация? Я с ней согласен, но она никак не влияет на мою сегодняшнюю жизнь. А апостол Павел здесь говорит, что совершенство, о котором, ну, он говорил, оно выражается, проявляется в способности верой и долготерпением наследовать обетование. Сплошь и рядом в Священном Писании, как я вижу, Божьи люди жили, ориентируясь на слово, которое они воспринимали от Бога. Даже на обетование, которое Бог им давал. И заметьте, они не просто жили, зная, что Бог что-то когда-то сказал, а соотносили свой выбор и сегодняшние свои интересы с тем, что они услышали от Бога. Я думаю, что проблема многих христиан как раз в том, что мы совершенно никак не сопоставляем свою сегодняшнюю жизнь, свои интересы, свой выбор и свои решения с тем, что сказал Бог. Обещания Божьи станут нам ясней. Есть такой псалом, очень хороший псалом. Я думаю, что они должны стать настолько ясней, настолько актуальней для меня, чтобы я был способен учитывать их, когда просто живу, когда просто для себя распоряжаюсь какой-то частью жизни, когда дома, когда в церкви, когда на работе. Можно сказать, что это сложно, но поверьте, это легче, чем быть такими, как Отец Небесный. Пример небольшой приведу, как человек Божий относился к Слову Божьему. Давид, который хотел сильно построить дом Богу своему, помните, да? Ему даже неудобно было самому жить в кедровом доме царском. Он говорит, ну как это, я вот живу в доме, а ковчег, ну вот, а у Бога моего нет дома. Ну как это? И он стал заготавливать материалы. Вы знаете эту всю историю. Это был сложный процесс. И заметьте, на протяжении этого процесса Бог его не остановил. Ничего ему не сказал. Но когда уже все было готово у Давида, практически все. Смотрите, у него были материалы, у него была власть, были средства. Он мог организовать людей. Все было у него для того, чтобы запустить строительство. И оно было бы совершено. Но Бог решает, что не Давиду строить этот храм. И он посылает к нему пророка, который говорит, твой сын построит храм. И что делает этот Давид, у которого все готово? Он много усилий приложил. Он свои средства вложил в это. Что делает Давид? Давид корректирует свои планы. Он соглашается с тем, что услышал от Бога. И я вот себе задаю вопрос. Когда я, может быть, когда вы, братья, когда мы в последний раз осмысленно, осознанно корректировали свои жизненные планы, опираясь на обетование Божье? Когда это для нас было вот реальным последний раз? Может быть, сегодня, слава Богу. А может быть, никогда. Это ужасно. Бог говорит для того, чтобы нам было лучше. Мы это знаем. Бог говорит, открывая то, что Он от нас ожидает. Мы это знаем. А что мы с этим делаем? В заключение, я попробую сейчас подвести итог. Я хочу говорить об этом самом компромиссе, который я задал себе вопрос, есть ли вот этот вот удобный для меня вариант совершенства, то есть то, что я могу, и то, что Бог скажет, молодец, добрый и верный раб.
Я понимаю, что быть таким, как отец, ну, пока для меня закрыто, не могу. Может быть, изменится что-то, покаюсь перед вами и буду говорить в другом тогда настроении и ключе, но пока так. Так где же вот эта вот самая серединка? Может быть, компромисс не очень удобное слово, я сказал бы так, уступка. Уступка со стороны Бога, она возможна, учитывая, что я человек все-таки. Где вот эта серединка между той ценой, которую я готов заплатить за собственное совершенство, и результатом, который Бог сказал бы, хорошо, добрый и верный раб? И я увидел ответ на этот вопрос вот именно в тех словах, которые касаются обетований. Вот эта уступка, она предусмотрена Богом, и кроется она в обетовании. Кроется она в слове, которое мы восприняли от Бога. Обетование – это слово, которое я реально воспринял от Бога. Это слово, которое коснулось моего сердца. Это слово, через которое я услышал Бога. Это можно расценивать как обетование. Я понимаю, что я сейчас немножко расширил, может быть, богословски не совсем точно сформулировал значение этого термина как обетование. Но я хотел бы, чтобы мы именно в таком направлении сейчас вот применили это к своей жизни. Это нам проще и понятнее должно быть. Мы читаем все Слово Божье. Мы чувствуем, когда Дух Святой касается к нам. Мы понимаем, когда Слово говорит, что ты должен что-то сделать или что-то изменить. И вот именно это Слово, которое я воспринял от Господа, вот как о нем говорит в послании к филиппийцам апостол Павел. Это 3 глава, 16 стих. «До чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Бог предусмотрел для нас досягаемость совершенства в индивидуальном порядке. И вот эта вот уступка с его стороны, она в том, что он не ожидает от нас больше, чем мы реально поняли. До чего мы достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить. Он не ожидает от нас больше, чем ты реально понял. Вот ты знаешь, что не нужно врать? Не ври! Вот это ждет от тебя Бог. Ты понял, что тебе нужно идти на миссию? Иди! Это ждет от тебя Бог. Ты понял, что нужно простить? Прости! Это ждет от тебя Бог. Ты понял, что нужно молчать? Промолчи! Это ждет от тебя Бог. Но поступаем ли мы так, когда понимаем, что это ждет от меня Бог? Вот в чем вопрос. Бог ждет от нас то, что Он нам открыл. То, что мы поняли и приняли, для нас стало ясным. Большего Он не спросит с меня, но не пропустит спросить о том, что я проигнорировал. Итак, совершенными не становятся вдруг. К совершенству нужно спешить. Это должно стать моей целью. Братья и сестры, у вас есть такая цель? Надеюсь, да. Нет? Желаю обрести ее. Принять ее, как из рук самого Господа. Совершенство христианина напрямую связано с тем, чем он себя наполняет. С тем, чем он питает свою душу и дух. Очень хорошо, когда ты разбираешься в начатках слова. Без этого нельзя двигаться дальше. Но согласно Священному Писанию, нужно идти и далее. Нужно быть готовым к твердой пище. И для каждого из нас Бог выставляет некие индивидуальные ориентиры, открывая их в своем слове, в нашем личном разговоре с Ним. Это то слово, которое я очень хорошо понимаю. Я понял, я знаю, о чем говорит Бог, вот когда я читаю этот текст, или когда я думаю над этим предложением, над этой мыслью. Я понимаю. И вот этот вот ориентир, вот это вот слово и должно стать целью моей. Вот оно, мой путь к совершенству. Исполняй то, что тебе открыто. Цель, с которой я буду соотносить все свои решения и свои действия. Цель, к которой я буду идти, как здесь написано, и верой, и долготерпением, чтобы достичь результата. Вот заметьте, друзья, легко не дается то, к чему нас пытается приблизить Бог. И он говорит, что люди, которые были такие люди, были и есть и по сей день, которые верой и долготерпением достигают того, что ожидает от них Бог. Я такой человек, ты такой человек, задай себе вопрос этот. Собственно, вот и все, братья и сестры.
Как видите, ничего сложного. При всем том, что мы должны были бы быть совершенны, как Отец наш Небесный, это хорошо, если мы к такому будем стремиться, совершенству, но Бог ставит намного более простые, достижимые для нас задачи. Но игнорирую я их или принимаю? Вот в чем вопрос. Осталось от нас только одно – поспешить. Поспешить к совершенству. Поспешить так, как будто уходит последний поезд в небо. Поспешить так, как будто бы я теряю последний шанс. А иначе ничего не достигну. Иначе не успею. Иначе будет много поводов остановиться, отвлечься и отложить это на потом. Нужно принять решение. Каждому, кто захочет идти этим путем, принять решение. Когда и с чего ты начнешь? Нужно воскресить в своей памяти свои отношения с Богом. Что ты слышал от Него и что воспринял от Него как истину. И оцени свое отношение к этому слову. И что ты с этим делаешь. И начни с этого малого. Будешь верен в малом, над многим будешь поставлен. Аминь. Завершилось богослужение. Подошла к концу и наша с вами встреча. И мне остается только пожелать вам успехов в делах. Хочется пожелать обильных Божьих благословений. Желаю вам веры в действии. Оставайтесь с Богом.